День 30 августа. Это просто супер сказка. 30 августа 2020. Тут вот написано старт, короче. Вот. И мы стартуем по этой дорожке. Сегодня здесь народу будет много, потому ролики будут короткие. Но суть я попытаюсь излагать. Ну, сами понимаете, 30 августа, это же уже что-то значит. Это говорит о том, что вот-вот тепло пройдет. Сегодня, кстати, феноменальный день, всего 30 градусов. 30 августа, 30 градусов. Как показал столбик термометра. Пока мне навстречу никто не идет, я снимаю дорогу. Я хотел сказать, что прекрасно, что есть еще вот эти сегодня и завтрашний день тоже обещает 30-ку. Даже ночью будет 20-ка. Я считаю, что ночью 20 это хороший показатель. Можно было бы даже остаться, ночевать на природе, как сказать, в поддержку уходящего лета. Но суть остается прежней. Какое счастье, да? Что вот я в Беларуси, у меня есть вот эти вот прекрасные дни. Лето прямо впритык получается. Подвело свои концы. Говорят, после 31-го 30 градусов, потом будет уже резкий спад. Это будет 22, наверное. Ну вот, удивительная природа, она вообще захватывает. Сколько я не хожу, не снимаю, все равно хочется мне снимать и говорить о том, как прекрасно, что есть такие дорожки, куда может проехать только велосипедист, либо пройти человек пешком. Я взял с собой сегодня колоночку. Это говорит о том, что я буду слушать музыку. Да, это будет классно. Но вот у меня одна печалька, конечно. Один из моих каналов из музыки пострадал. Почему сейчас все ролики станут на порядок скучнее? Потому что я не смогу выдавать энергию, тем самым под ту музыку, которую эту энергию получаю. Но ничего, есть наушники, да? Будем делать, как звезды делают. Они слушают в наушниках, дают энергию, а потом уже, короче, монтируют. Но я не люблю монтировать, поэтому это будут не мои танцы, это новая вот эта вот волна, которую я хочу замутить. Впереди идут две обворожительные девушки. Да. Аппетитно. В следующем ролике, может, подберусь к ним поближе. Потому что я иду на порядок быстрее, чем все остальные. Пока-пока. Счастья вам, любви и удачи. До скорых встреч.